Президент Владимир Зеленский на начало декабря анонсировал госпереворот. Будет ли смена власти и как это себе представляют одесситы? Пообщаемся. Кстати, за Алексея Гончаренко буду голосовать, если будет выдвигаться на президентских выборах. Говорю с полной ответственностью. Алексей, баллотируйтесь. А госпереворот будет или нет? Ну, если Владимир Александрович говорит, что будет, ну, ему виднее. Но я надеюсь, что он справится. Не будет никакого переворота. Да. Да. Не надо нам перевороты эти, хватит уже. А зачем, думаете, эти новости распространяют? Ну, пугать людей хотят, я знаю. Не будет. А как думаете, для чего эти новости распространяли? Для чего Владимир Александрович заявил, что будет, готовился? Ну, может быть, он и готовился, а мы не знаем. Мы не готовились. Это точно я вам скажу. Да, конечно. Все возможно. А как он должен выглядеть? Как себе его представляете? Госпереворот? А, не знаю. Да вот я теперь ничему не удивляюсь в этом мире. Поэтому все может быть. Ну, первое число сегодня. Все спокойно, тихо, мирно, поэтому, думаю, наверное, нет. А зачем сказал такое вот нам всем? Нервы нам треплет. Я не знаю, я в политике не особо разбираюсь. Как думаете, госпереворот, анонсированный Зеленским, будет или нет? Он на сегодня обещал. Все может быть. У него в голове черти знает что. А так сильно много выступать нельзя. Потому что он торчит на своих этих прививках. Нет, конечно. А почему анонсировали нам на сегодня, на 1 декабря? Как думаете? Так хочется Зеленскому, да. Не надо, не надо. Он был возможен. Он же не анонсировал, что он будет. Поэтому, если президент говорит о том, что разоблачена попытка, ну, значит, ведется уже какие-то мероприятия по этому поводу. Если это мероприятие, значит, уже невозможен. То есть не готовятся ни к чему такому? Я считаю, что нет. С людьми говорили Татьяна Блайда, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.